И поедем куда-то. Вид из наших апартаментов. Buenos dias. Посмотрите на это. Охренеть. Что я хочу сказать? Вот в Италии нельзя ходить в Мак, а в Испании Мак — это просто вау. Советую. Короче, если вам хотите где-то поесть, то Мак — это отличное место. Куча всего, выбор больше, чем у нас в Латвии. Ну, сделай что-нибудь. Давай. О, господи боже! Мы в барселонском аквариуме, и вот я стою, а там плывет акула. И вон там вот. Я не знаю, я безумно-безумно боюсь акул с детства. И всего, что связано с морем, с водой, потому что это самое неизведанное, что есть на Земле, ну, по-моему. И всегда смотришь в глубину, и непонятно, что там вообще. Какая-нибудь акула тебя за ногу укусит где-нибудь в заливе нашем рижском. Короче, я очень боюсь, боже мой, вот просто поглядите на это. В поисках Немо. Обожаю этот мультик. Все плакали? Ты плакал? Ты плакал? А я плакала. Блин. А сейчас мы на центральной улице. Центральная улица Барселоны. Как я хочу на пальму залезть. Тут так красиво. Яхты, пальмы. Просто космос. Итак, всем привет из Порто-Вентура. Сегодня мы будем ездить. Короче, да, будем ездить на суперкрутых аттракционах. Это мне Игорь сказал, что даже какой-то аттракцион 135 км в час разгоняется. Прокатились мы на горке, которая вроде казалась совсем такая безобидная, как будто детская. Мы такие, а, что там, вообще не страшно. Просто потом поняли, что это 135 км в час, когда мы уже проехались. Это та и была. Мы только начали ехать, и я сразу вот так, и все. И это вот такое лицо у меня осталось. Это жопа просто. А это мы послеводного аттракциона. Вообще. Это я еду на коне. Вот она, я еду на коне. После всех аттракционов, на которые мы находились, которые просто нереальный стрём, блин. Это просто идеальное место. Прям для меня. Меня только что сфоткали. В Бланесском ботаническом саду. Бланес — это город, в котором мы снимаем апартаменты. И мы сейчас в этом ботаническом саду, который просто неписанной красоты. Вообще, эту страну не представляю без этой всей зелени, без солнца. Сейчас мы приехали смотреть замок святого Хуана, Жуана, хрен его знает. Тут вот такие виды, видно весь город. Чего ты? Eu nos prost, dar meu tempo com vai. Te tine de mine de noi, pentru că tu ești supera mea. Сегодня четверг, мы выбрались на пляж. Вода, наверное, минус миллион градусов. А сейчас мы едем в барселонском метро.
очень медленная, безумно медленная. Мол, здесь мы вот едем, мы проехали, может, пару раз мы... Смотри, сколько ты снял. Обалдеть. Пройди нам. Нет, там их кормят, не хочу их разгонять. Вот он, этот идеальный момент, когда я пробую мороженое Орео. Я безумно хотела его уже 1000 лет. Ну ты мне еще в нос засунь. Сейчас я... Мы приехали в музей Гауди. И у испанцев Гауди вообще Гауди называется. Да, то иди ты. Это должно быть очень круто. Так сейчас мы начали, я буду вам все показывать. Вино. Бутылка вина евро. Самое дорогое здесь, наверное, вот это 2,50. Не, ну, просто 65 центов за вино. Просто забейте, ребят. Пухать-то надо сюда ехать. Здесь вино вообще как вода продается. Нет, реально, у нас вода дороже стоит. Сейчас я вам по стандарту решила записать видео своих впечатлений об Испании. Может, вы пару полезных советов тоже для себя возьмете. Прилетели в Барселону. Мы сразу же в аэропорту взяли машину. Мы летели вчетвером, и чтобы каждому не платить за каждый раз за автобус, за метро и все остальное, намного выгоднее взять машину. Дали в итоге, ну, около 400-350, где-то так. И если брать машину, то можно много больше посмотреть. Но в Испании везде платные дороги. И дороги очень хорошие, поэтому за них нужно платить. Практически везде, вот в Барселоне, вообще по Испании, платные стоянки. Поэтому нужно рассчитывать деньги еще и на стоянку, ну, если вы берете машину. Метро стоит где-то 2,15, ну, в одну сторону, ну, где-то около того. Мы ездили в Порт-Авентуру, это в соседнем городе. Порт-Авентура считается лучшим в Европе парком развлечений. Единственное, я могу сказать, что это так и есть, потому что там такие горки, что я просто... С первой горки я вышла, я просто плакала. Денег в Испании уходит много, очень много денег уходит на еду. На самом деле, вся эта еда, она не для меня. Я люблю очень куриное филе с рисом и салатом, и мне очень тяжело есть все эти непонятные продукты. Но в целом мне ужасно понравилось, просто нереально понравилось. Испания моя страна.